На железнодорожных станциях, расположенных в Ленинском городском округе, продолжаются профилактические рейды, направленные на повышение безопасности пассажиров. С начала года на путях погибло уже 8 человек. Стоит отметить, что двое из них пополнили этот печальный список на станции Расторгуева за минувшие выходные. Каждый случай – трагедия, но в основном люди невнимательные. Когда находится на железнодорожной инфраструктуре, надо все-таки быть внимательным, смотреть по сторонам и даже излишне. И хотелось бы всем людям сказать, когда они все-таки находятся на этой инфраструктуре, на железной дороге, чтобы всегда думали о своих близких. На этот раз участники рейда напомнили пассажирам платформы «Калинина» о необходимости соблюдать правила перехода через железнодорожные пути. Им раздали агитационные листовки и предупредили об ответственности за нарушения. Данное мероприятие, которое проводится на определенных станциях, направлено на пересечение административных правонарушений, а также детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Естественно, у нас зачастую часто граждане нарушают переход железнодорожных путей. Это переходит в неустановленных местах, залезает на платформу, уходит по железнодорожным путям. Летом в результате несчастного случая на платформе «Калинина» погибла 12-летняя девочка. Местные жители знают об этой трагедии и поэтому с пониманием относятся к рейдам по безопасности и поддерживают их проведение. У меня у самого четверо детей, поэтому на месте родителей я все время ставлю себя, с другой стороны смотрю на себя, да. Мне жалко родителей, те, которые потеряли ребенка, очень жалко. Поэтому нужно как-то со школы, наверное, обучать технике безопасности, манере поведения в таких местах. Я думаю, все будет хорошо. Совместная профилактическая работа будет продолжена. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».